Всем самый добрый день. Сейчас я буду готовить сливочный грибной соус. На сковороду я добавляю просеянную муку. Обжариваем муку до кремового цвета. Мука стала кремового цвета и пошел такой аромат выпеченного хлеба. Все, я приподняла от конфорки. И сейчас сюда добавляю кусочек сливочного масла. Эта поджаренная мука, она даст такой своеобразный привкус нашему соусу грибному. Сейчас добавляю сюда сливки вместе с молоком. Огонь сделайте минимальный. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комочков. Все сливки сразу не выливаем. Теперь добавляю еще. Чтобы это было легче делать, огонь сделайте самый минимальный. Комочки размешали, лопатку можно убрать. Сейчас, пока нагревается соус, добавляем сюда все специи по вкусу. Я добавляю немного мускатного ореха, черного молотого перца, соль, где-то зубчик чеснока мелко порезанного. Можете выдавить через пресс. Количество чеснока добавьте по вкусу. Если вы хотите поострее, значит добавьте немного больше. И добавляю сюда 3 столовые ложки обжаренных грибов. Обычные грибы, шампиньоны или любые, которые вы используете для приготовления соуса, обжарьте с несколькими каплями буквально растительного масла и добавьте немного соли, чтобы испарилась вся жидкость. Порезать нужно мелко. И доводим соус до кипения. Соус заварился, он приобрел вот такую консистенцию. То есть вы количество муки подрегулируете под себя, какой вам нужно соус, гуще или чтобы он был более такой слабый, более жидкий. Добавляем немного зелени. У меня здесь укроп. Можно добавить петрушку. Перемешиваем. Соус готов, плиту можно отключать. Этот соус идеально подходит для грибных котлеток, для картофеля отварного, картофельного пюре, для любого мяса. Замечательная добавка к этим блюдам. Всего доброго и до новых вкусных рецептов!